истории футбола. Золотой матч, второй в истории чемпионатов России, первый в истории розыгрыша премьер-лиги ЦСКА «Локомотив». Была большая концентрация, игроки понимали то, что этот матч, наверное, самый важный в их жизни. И мне их особенно не надо было настраивать. Они уже были на футбольном поле. Мне нужно было, наоборот, их психологически разгрузить, чтобы они не были скованы, чтобы они просто играли в футбол. Что мы и сделали. Рассказал пару анекдотов им и все. Во-первых, это победа всего нашего клуба, победа наших болельщиков, которые долго ждали. Но победа закономерная. И мы победили заслуженно, и мы сильнее были в этом сезоне всех. Игру с Уфой, наверное, оценивать ее нужно с точки зрения игровой практики молодым ребятам. Они сыграли все-таки с основным составом Уфы. Это для нас хорошая информация. Для них, наверное, хороший стимул дальше совершенствоваться, потому что они проиграли. Мы дали сыграть Коломейцу. Мы дали сыграть Антону. Получил игровую практику Кверквели. У нас тоже хорошая информация. В целом все положительно. У нас игра 22 числа, а вот после 22 числа мы будем думать о Байере. Я надеюсь, что болельщики придут, поддержат нас.